Всем привет! Рассмотрим такую проблему, как строгий NAT GTA 5, или на примере ее. Это порты GTA 5, которые нам будут вводить. Берем ваш IP адрес, вводим его в строку, заходим в настройки вашего роутера, заходим сюда, список клиентов. Первый видим — это ваш телефон, второй — это ваш компьютер. Сохраняем MAC-адрес и IP. Заходим в резервирование адресов. Нажимаем «Добавить». Включаем. Сохраняем. Обновляем. Заходим в «Перезагрузка». Перезагружаем роутер ваш. Он должна быть полоска до 100% дойти. Роутер перезагрузится. Заходим в переадресацию. Виртуальные сервера. Это порты, которые нам добавят там для игры GTA или других игр, о которых хотите играть. Кооператив, например. Берем порт GTA 5. Нажимаем добавить. Вносим ваш IP-адрес. Тут нажимаем все. Включено. Тут ничем не трогаем. Сохраняем. Порт существует, потому что я уже ввел его. Лучше, чтобы был браузер открытый, и вы заходили, например, в GTA 5. Потом заходим сюда, оно будет видно, когда порт откроется. Если не откроется порт, то нам будет, можно будет попробовать другие порты вводить. Или позвонить оператору интернета, чтобы вам сделал белый IP-адрес. Всем спасибо за просмотр. Удачной игры GTA 5.